Доброе утро. Сегодня с вами проговорим по поводу купарицариса Coastwind Gold. Это красивый кипарисовик с большой скоростью роста и ярко-зеленой хвоей в течение летнего периода. В зимний период, осенний-весенний период он у вас будет ярко-желтого цвета. Посадка этого чудного кипариса производится солнце, полутень, а также он и тень выносливый, этот кипарисовик. Большая скорость роста, до метра в год он может выдавать вам спокойно, в 10 лет он уже может достигать 5 метров, то есть это большой прирост. Особенно в Крыму, шикарно вообще растение растет, довольно морозостойкий, свыше 30 градусов. По поводу цвет, плотность, у него будет высота до 10 метров, а ширина может доходить 2-2,5, а то и 3 метров. То есть надо его все-таки немножко стричь, чтобы он у вас таким большим не было. Ну, а с другой стороны, он хорошо защищает от ветра. То есть наоборот, если вам надо загородить, это прекрасное растение подойдет вам. По посадке это чуть позже все объясню в следующем видео. А сейчас просто по его легким характеристикам. Любит солнце, полутень, теневынослив. То есть вы можете высадить в любую точку вашего сада. Он как хорош, как и для изгороди, так и отдельно стоящей композиции. Легко подходит под стрижку, за счет своей скорости роста быстро восстанавливается. Стрижку обычно производят в конце лета, либо ранней весной. Форму ему придавать можно любую. То есть в этом плане. И самое главное то, что он будет менять цветовую гамму. Всегда приятно, когда в саду у вас каждый месяц какое-то совсем другое растение. Цветовая гамма меняется от ярко-зеленого до ярко-желтого. Так что как-то так. Хорошего дня. Все будет хорошо. Дождик начался. Мы побежали. Хорошего.